В Московской области усиливаются меры профилактики коронавирусной инфекции. В местах массового скопления людей контролируют соблюдение масочного режима, а также следят за санитарной обработкой помещений. Наша съемочная группа проверила, как работает один из люберецких торгово-развлекательных центров. У вас температура 36,4. Убедившись, что посетитель в маске и у него нет повышенной температуры, контролер COVID-19 пропускает его в торговый центр. Правило уже привычное, но про средства индивидуальной защиты многие забывают. Немного расслабились они. Вот. Ну, приходится напоминать им, чтобы маски одевали. А вот сотрудники торгово-развлекательного центра не расслабились. Как и прежде, каждые 2 часа санитарная обработка всех поверхностей. В первую очередь дезинфицируют ручки входных дверей и перила эскалаторов. Все, к чему чаще всего прикасаются люди. Продавцы все время в масках и перчатках. Того же требуют и у посетителей. Требования никаким образом не изменялись и не облегчались. То есть как бы было постановление, так мы его и придерживаемся, это постановление. В первую очередь надо привиться. Вот тогда мы снимем все перчатки, маски и будем жить абсолютно нормальной жизнью. Сейчас смотрим, число заболевших растет, и поэтому меры ужесточаем. Только в рекомендательном характере можем сказать, что вот оденьте маску, потому что вас все равно обслуживать без маски не будут. Ежедневно в этом центре задействовано около 250 сотрудников. Открыто более 100 объектов торговли и услуг. В будни посещаемость комплекса превышает 11 тысяч человек. Многие посетители к мерам предосторожности относятся с пониманием. Год с лишним пандемии научил беречь здоровье. Я всегда в торговом центре ношу маску. Это защита и для нас, и для вас. Я защищаю вас, вы защищаете меня. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.